ветераны, уважаемые наши земляки. 9 мая – это великий праздник, и мы вспоминаем всех наших фронтовиков, всех наших тыловиков, кто ушел на фронт, кто трудился в тылу на трудовом фронте. Из Хоринского района на фронт ушло 2800 человек, и 1100 не вернулось. Мы помним наших героев. У нас три земляка – героя Советского Союза. Сегодня, конечно, вот со сложившейся ситуацией, с пандемией, мы мероприятия будем проводить ограниченно. Но, тем не менее, все мероприятия пройдут, они будут проходить повсеместно во всех наших поселениях. Мы будем возлагать венки, будет салют победы, будет бессмертный полк. Ну и, конечно, отдавая дань и память нашим дедам, участникам войны, участникам трудового фронта, детям войны, все, кто восстанавливал нашу родину, делал становление нашего района, сегодня мы помним. Конечно, мы преклоняемся перед тем подвигом нашего народа и наших земляков. Сегодня, дорогие земляки, хочу пожелать всем мирного неба над головой, крепкого здоровья, успехов во всех делах. Ну и самое главное, чтобы мы помнили о том ратном подвиге наших земляков и наших дедов. С праздником! Дорогие труженики тыла, уважаемые жители Хоринского района, от всей души поздравляем вас с праздником, с Днем Победы в Великой Отечественной войне. 9 мая – это священный день в истории нашей страны. Сегодня мы вспоминаем всех героев, участников Великой Отечественной войны, которые на себе испытали все тяготы тех событий, боролись за нашу свободу. Мужество и храбрость, проявленные на фронтах и в тылу, навсегда останутся в нашей памяти и будут примером для подрастающего поколения. Мы желаем вам крепкого сибирского здоровья, семейного счастья, благополучия, бодрости и душевного тепла. Уважаемые земляки, дорогие ветераны тыла, вдовы, дети войны, примите искренние поздравления с юбилейной 75-й годовщиной Победы Великой Отечественной войны. 9 мая – это особенный день для всех нас. В России нет семьи, в которую бы война обошла стороной. Величественная победа напоминает нам о том, что людям пришлось пережить в это суровое время. Мы помним о тех, кто, не жалея себя, шел навстречу смерти во имя победы. О тех, кто героическим трудом в тылу приближал победу. О тех, кто поднимал страну из руин. Это день великой памяти. Это день великого подвига. Это день национальной гордости и славы. Желаю счастья, здоровья, благополучия и праздничного настроения, несмотря на это трудное время. Мира всем вам, добра вам и вашим близким. Уважаемые земляки, приближается великая дата 75-летия Победы, к которой мы с вами давно готовились, но события, связанные с пандемией коронавируса, на всей планете внесли свои коррективы. От районного совета ветеранов войны и труда, вооруженных и правоохранительных органов поздравляю всех вас, вдов, так не дождавшихся с войны своих мужей, тружеников тыла, своим трудом приближавшим долгожданную победу, детей войны, повзрослевших в одночасье, посидевших уже детей защитников Отечества, внуков и правнуков, ставших в ряды бессмертного полка. Наступит день, когда мы все вместе торжественно отпразднуем в этом году святую для каждой семьи дату – праздник День Победы. Всем наследникам Победы огромная благодарность за вашу память, за ваш совместный труд –
по увековечению имен наших воинов в книге памяти. Пока мы не вспомним всех поименно, работа должна продолжаться. Здоровья всем! Берегите себя и родных, спокойствия и уверенности в том, что скоро и на нашей улице будет большой праздник. С Днем Победы!